выступление, полет, вот из всех перечисленных у нас, в нашей стране, или это первый пролет над Красной площадью, или это наш салон, который летел в Санкт-Петербурге, или это где-то за рубежом. Самое запоминающееся выступление. Ну, вы знаете, я бы, может быть, своим коллегам хотел бы передать микрофон, потому что у каждого летчика есть самый запоминающийся полет, поэтому я бы не хотел... Для вас лично. Ну, наверное, я бы выделил свой первый демонстрационный полет. Он у меня состоялся в 2003 году на международном авиакосмическом салоне «Макс» в Жуковском. Вот, наверное, для меня это было самое волнительное. Ну, сравним с ним разве что первый полет над Красной площадью, самый первый, который был тоже очень давно, в 2005 году. Спасибо, хорошо. Присаживайтесь.